Евгения Медведева и Алина Загитова жили себе припеваючи, пока не получили неожиданный удар сверху. Двум фигуристкам прилетело за неприглядную историю из прошлого. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказала свое мнение относительно состава сборной России по фигурному катанию на следующий сезон. Ирина Роднина рада, что в состав сборной попали только выдающиеся фигуристки, такие как Камила Валиева и Анна Щербакова. Она не разделяет возмущений из-за того, что местечко не нашлось для подающей большие надежды Софии Самоделкиной. В разговоре с порталом «Спорт» депутат отметила, что сейчас ситуация явно лучше, чем раньше, а что там удивительного? Всегда есть недовольные. Спорт – это конкурентная среда. Удивительно было, когда в списках сборной значились Медведева и Загитова, которые не выступали. А так, хорошо, что состав объявили, и подготовка к новому сезону идет полным ходом. В основной состав сборной России у девушек были включены Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. А вот Алена Косторная, Дарья Усачева и Майя Хромых угодили в резерв. Состав мужской основной команды выглядит следующим образом: Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Дмитрий Алиев, Алексей Ерохов и Макар Игнатов пока остаются в резерве национальной команды. Постановщик программ для фигуристок Елена Родионова предположила, что олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер зимних игр в Пхёнчхане Евгения Медведева не вернутся в большой спорт даже после поднятия возрастного ценза. Вернутся ли Загитова и Медведева к соревнованиям, когда поднимут возрастной ценз? Сложно сказать. Они уже катаются в шоу. Плюс, когда ты уже выпадаешь из спортивной жизни, сложно вернуться обратно. Да, это интересно. Но думаю, в вопросе Загитовой и Медведевой и так все очевидно, высказалась Родионова. Напомним, с сезона 2023-24 возрастной ценз будет повышен с 15 до 16 лет, а с сезона 2024-25 до 17.